строительство социальных объектов в Химках проходит под контролем руководителя администрации округа. Накануне Владимир Слепцов проверил детский сад в микрорайоне Клязьма-Старбеева и школу в Сходне. Детсад в жилом комплексе «Загородный квартал» уже готов к приему детей. Яркое и эффектное снаружи, удобное и функциональное внутри, здание рассчитано на 120 мест. Здесь есть бассейн, есть музыкальный зал. Мы очень постарались, дизайнеры работали над спортивным залом. В саду будут работать 6 групп плюс ясельная, которая, кстати, отличается от остальных по оформлению. Это полностью игровая группа. Руководитель администрации вместе с ответственными осмотрел буквально каждый уголок детского сада, чтобы удостовериться, что он готов к приему детей. Заглянули и в спальни, оценили, на каком постельном белье будут спать дети. Еще одно важное помещение для малышей – бассейн. Проверили, все ли безопасно. Оценили кухонное оборудование и даже столовые приборы. Подрядчик очень хорошо исполнил свои обещания. Управление образования подготовило и педагогический коллектив, и заведующую. Садик в хорошем состоянии. Завершено благоустройство территории. Сделаны веранды и детские площадки с резиновым покрытием. Детский сад планируется открыть 1 июня. А строительство школы на Микояна-25 еще в самом разгаре. По словам представителя застройщика, работы идут по графику. Значит, и чистовая отделка. Заканчивается инженерия внутри помещений. Оборудование скомплектовано, заказано. Школа рассчитана на 550 мест. Площадь застройки внушительная, около 16 тысяч квадратных метров. Основные работы будут выполнены в июне месяце. В июле уже начнется выполняться благоустройство прилегающей территории к школе. Ну и, конечно же, уже под начало августа будут завершены работы, мы начнем лицензировать данную школу. Планируется, что уже 1 сентября дети придут на занятия в эту школу. Виктория Волкова, Алексей Козеров, служба новостей.